Как сохранить красоту на долгие годы? Не секрет, что некоторые люди выглядят стариками в 40 лет, а иные кажутся молодыми и в 60, в 65. Ключевыми факторами здесь является психологический настрой и намерение оставаться молодым. Именно это позволяет стабилизировать структуры голографического тела, которое создает форму физического тела, и руководить его функциями. Раз голографическое тело у вас молодое, то физическое будет похоже на него. Если вы сами, несмотря на свой хронологический возраст, чувствуете себя молодым, ваш биологический возраст будет подстраиваться под установку вашего сознания. И окружающие тоже будут воспринимать вас как человека молодого. Начав практиковать это настроение, сделайте все возможное, чтобы устранить из своего сознания образ старого и хилого человека. Сформируйте новый образ, где вы в самом расцвете физических и духовных сил. Далее наполните эту мысленную форму энергетическим содержанием в виде несгибаемого волевого намерения быть молодым и сильным. Волевое намерение заставит работать полевую форму жизни, голографическое тело. Для большинства людей такая трансформация самосознания оказывается сложной задачей. Но если вы желаете подлинного омоложения организма, жить не старее, вы должны изменить свое сознание, свой характер. Это даст ошеломляющие результаты. Образно волевой настрой на женскую красоту. Никто из людей не желает стариться, особенно женщины. Вы можете помочь самим себе обрести утраченную свежесть и красоту, пронося сильной верой и ярким образным мышлением этот настрой. Я вижу себя юной, прекрасной. Моя юность беспредельна, как любовный космос. Мой неукротимый женский дух не имеет возраста. Мое юное тело опьяняюще красиво. Я всегда чувствую себя юной, здоровой красавицей. Силы юности, здоровья, свежести и радости искрящимся потоком жизни вливается в меня. Мои глаза блестят солнечной юной радостью любви и благодати. Каждое мгновение делает меня все более юной, красивой, цветущей. Органы моего юного, красивого, стройного, пропорционального тела работают энергично и легко. Мое тело невесомо, походка безупречна и легка. Мое сознание светло, несокрушимо, смело. Я юная, красивая, уверенная в себе женщина. Моя юность и свежесть выше и сильнее житейских невзгод. Моя юная сила беспредельна. Я легко преодолеваю старость и немощь. Мне очень хорошо от жизни, от ощущения юности, свежести и красоты. Я переполнена счастьем, блаженством, радостью жизни в юном теле, в вечно юном теле. Сегодня, завтра и всегда я буду благоухающей юной, свежей красавицей. Мой неукротимый женский дух не имеет возраста. Мое юное тело несокрушимо. Мне очень хорошо от жизни, от ощущения юности и красоты, желанности и желания. Я переполнена счастьем, блаженством, радостью жизни в юном теле, в вечно юном теле. Я вижу себя юной девушкой. Сегодня, завтра и всегда я буду благоухающей юной, свежей 17-летней красавицей. Моя юность беспредельна, как любовный космос. Мой неукротимый женский дух не имеет возраста. Мое юное тело алмазно несокрушимо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!